Это очень вкусно, и этим все сказано. Ну что, приготовим? Для этого нам нужны баклажаны, помидоры, чеснок, творог, сыр, яйца, соль, перец, зелень, сметана, майонез по вкусу. Для начала запечем баклажаны в духовке при 200 градусах 20 минут. Далее срезаем крышечку и убираем мякоть. С помидор также убираем мякоть, все делаем как на видео. Затем мякоть баклажан нарезаем очень мелко и добавляем к ней творог. Добавляем яйца, добавляем сыр натертый, соль, перец, зелень, любую, кстати, сметану, майонез по вкусу и чеснок. Все перемешиваем. Затем начиняем помидоры и баклажаны. И кладем все на противень, посыпаем мелко натертым сыром и ставим в духовку на 200 градусов минут на 10-15. Вот такой рецепт получился. Всем приятного аппетита!